Всем привет, дорогие друзья, с вами Time Games. Заканчивается у нас 26-й тур чемпионата России матчем Краснодар-Анжи. Сегодня все такие матчи, когда одни борются за Еврокубки, а другие борются за выживание. Вот такая вот незамудренная превьюшечка к этому матчу. Краснодар сейчас набрал очень приличный ход, не проигрывая. Да, уступил в Кубке России, но в чемпионате России идет очень и очень хорошо. Ну а он же, сами знаете, дела очень плохи, команда в зоне вылета. Ну что ж, дорогие друзья, поехали! Последний тур 26-го тура чемпионата России. Ну и всех, конечно же, с праздником 1 мая! С центра поля разводят мяч футболисты Анжи из Махачкалы. Жиров с мячом. Абдулалов. Петров перехватил мяч. Арий. Нужна поддержка. Ахмедов. Петров. Мяч шел на одного из нападающих Краснодара, но мяч выбили футболисты Анжи. Я не болюсь мячом. Маевский. Обратно на Бали. Жиров. Бали. Тигиев. Уходит. Тигиев на вес. Чисто сыграли здесь футболисты в защите краснодарского клуба. Перейра. Заброс направо на Ахмедова. Жиров. Выбивает мяч в вал. Мамаев. Перейра. Обратно на Мамаева. Мамаев. Входит в штрафную. Нужно бить. Помазан тащит этот мяч. Сумасшедший сложный мяч. Отбивают сейчас голкипер Анжи. Джонатан. Маевский. Нарушение правил со стороны краснодарцев. Лазич навешивает. Маевский. Эбисилио. Маевский. Подходит в штрафную. В штрафную он уже. И чуть не забивает мяч в ворота Краснодара. Критюк. Странберг. Гранквист. Вперед с центра на Перейру. Перейра. Ари. Перейра. Перейра. Попадает в штангу Перейра. Маевский. Петров. Идет Краснодар в атаку. Перейра. Кабаре. Мяч от Кабаре уходит в никуда. Помазан. Мяч в центре поля. Эбисилио. Маевский. Тигиев. Ошибается в передаче. Перейра перехватывает мяч от посола. На Мамаева, Мамаев! Нужно бить! Попадает в Ланича, мяч уходит на угловой. Подача! Мяч к Ахмедову пришел! Ахмедов! Нужно бить!
падает Ахмедов. Но без нарушения правил. Мяч у Торбинского. Так. А вот это нехорошо делать. Кабаре. Мамаев. Арий. Лазич выносит мяч. Вау. Петров. Мамаев. Кабаре. Контролирует мяч сейчас в данные минуты. Футболисты махачкалинского клуба. Кигиев. Лазич. Но все это происходит в центре штрафной. Вот пошла атака махачкалинского клуба. Яник Бали получает мяч. Пробросил. Слишком далеко пробросил. Мяч потерял. Торбинский. Кабаре. Хороший перевод на Павла Мамаева. Мамаев не уходит от Тигиева. Ушел? Нет, ушел. Да, Мамаев. Мамаев, нужно бить. Да, Мамаев забивает мяч. И выводит свою команду вперед. 1-0 на 35-й минуте матча. Краснодар Анжи 1-0. Что же, пока команда из Краснодара подтверждает статус той команды, которая достойна играть в Еврокубках. Смолов. Гранквист. На Смолова. Смолов ошибается. Но выигрывает вновь мяч. Ахмедов. Арий. Перехватили мяч футболисты Анжи. Жиров. Тигиев. Назад на Лазича. Неточный совершенно пас. Мяч достается футболистам краснодарской команды. Торбинский. Обессилел, перехватил мяч. Отпасовал на Янька Бали. Что делает Яник Бали? Ахмедов. Эбисилио перехватывает мяч. Мамаев забирает мяч себе. Ахмедов входит в штрафную. Эбисилио выносит мяч. Нет, не выносит. А вот сейчас все. Вынесли мяч футболисты Анже из своей штрафной и пошли в атаку. Контратака, потому что это назвать очень сложно. Потому что уже все игроки... Линия обороны отодвинулись назад в своей штрафной. Джонатан Маевский. Перейра. Мяч от Эбисилио уходит. Ваут. Перейра. Мамаев. Все. Первый тайм, дорогие друзья, окончен. И он за Краснодаром. Ведет Краснодар 1-0 у махачкалинцева Анжи. Все, поехали второй тайм. Есть еще 45 минут у Анжи, чтобы сравнять счет или, может быть, даже выиграть. Но также есть эти же самые 45 минут у Краснодара. Чтобы забить второй и обезопасить себя. На концовку матча Абдулалов. Максимов. Отбирает мяч Гранквист, но упускает мяч Вау. Максимов из-за боковой. На Абдулалова. Абдулалов упускает мяч за лицевую линию.
Мяч достается Критику. Гранквист. Кабаре. Ари. Перейра. Жиров отбирает мяч у Перейры. Нарушение правил со стороны Краснодара. Штрафной. Шанс. Навес. Критюк. Странберг. Перейра. Петров. Жиров успевает быстрее. Петров. Кабаре. Ари! 2-0. Бесспорно. Ари Феррера забивает второй мяч в ворота махачкалинского Анжи. 2-0 ведет уже Краснодар. Серьезная заявка на победу. Эбисилия. Ошибается, ошибается в простейшей ситуации футболисты из Махачкалы. Ари! Ари с мячом! Но Жиров в подкате отбирает мяч. Тигиев. Маевский. Абдулаов. Тигиев. Абдулаов. Тигиев выпускает мяч. Аут будет вбрасывать хозяева, хозяева поля. Петров. Первее Жиров на мяче. Эбисилио. Пас налево. Не успевает Бериша за этим мячом. Ахмедов. Джонатан. Маевский в штрафной. Бьет, попадает в Гранквиста. Критюк ловит мяч. Вбрасывает его в центр. На Ари. Кабаре. Слева есть партнер. Ахмедов. Забегает слева Смолов. А нарушения-то не было ли? А? Судья. Джонатан. Лазич. Эбисилио. Максимов. Джонатан. Идет атака Анжи. Перейра отбирает мяч. И атака Анжи заканчивается. Но вновь продолжается. После ошибки Краснодара. Абдулаев с мячом. Уходит налево. Входит в штрафную. Бьет. А ведь мяч практически летел в ворота. Замена в составе. Анжи Гасанов выходит вместо Лазича. Критюк. Гранквист. Хороший пас на Смолова. Федор. Это нарушение. И это желтая карточка игроку Анжи. Тигиев получает желтую. Нет, не Тигиев. Гасанов, вновь вышедший только что практически на поле. Гасанов получает желтую на фоле против Федора Смолова. Еще одна замена. Ахмедов. Так, ну бить-то уже будем, нет. Ахмедов! Бьет!
Маевский. 10 минут до конца матча. Я не болею. Ну куда? Гасанов, Бериша, бьет, и хо-хо-хо-хо, вот это гол Гасанова! Посмотрите, как жахнул Гасанов, практически невероятный мяч, просто сейчас залетел в ворота Крестюка, в ворота Краснодара. Вот так вышел Гасанов. Получил желтую, забил гол. Но пока это не спасает. Махачкалинский Анжи проигрывает, он 1-2. Мамаев рвется по правой бровке. Несется, освобождается от соперника. Помазан! Добивание Ахмедова, 3-1! Недолго музыка играла для Анжи. Забивают в следующей же атаке краснодарцы. Ахмедов. 3-1 Краснодар Анжи. Перера забирает этот мяч. Постнари, какой провал в обороне! Но Помазан тащит мяч. Смолов. Смолов входит в штрафную. Бьет прямо в Помазана. Помазан выносит мяч, но точно на Петрова. Петров скидывает на Кабаре. Перера. Перейра не успевает ударить. 90 минут матча уже истекли. 4 минуты давал судья. 3-1 ведет Краснодар. Бериша. Тигеев вновь выпускает мяч за боковую линию. Неважно, сегодня он играет. Кабаре. Хороший пас на Ари. Бить с лету! Помазан вновь выручает свою команду от 4-го пропущенного мяча. Навес в штрафную Анжи. Но точно в руки Помазану. Данквист. Джонатан. Джонатан. Все. Все, дорогие друзья, Краснодар на своем поле обыграл от команду Анжи со счетом 3-1. Да, все по делу, дорогие друзья. Статистика на ваших экранах. Ну и давайте по традиции посмотрим на рейтинг игроков. Итак, лучшим игроком матча становится Шарль Кабаре в составе Краснодарск. Я с Кубанью, короче, перепутал. В общем, с Краснодара 8-0 оценка. Группа атаки просто сыграла невероятно. 7-8 Арий, 7-7 Мамаев. Смолов 6-3, ну, неважненько сыграл. Оборона хорошо сыграла, ну, Странберг немножко подкачал, 5-6. Вот, пожалуйста, статистика гостевой команды Анжи. Сыграли все на шестерку, чуть где-то больше, чуть где-то пониже, но, в общем, лучший игрок матча тут, конечно же, Евгений Помазан, который отражал мячи, которых могло быть и больше в этом матче. Ну что же, дорогие друзья, если вам понравился мой прогноз, ставьте лойсы, подписывайтесь на канал. С вами был Time Games, ну а я с вами на сегодня обращаюсь. Всем пока!